Выросло число жертв ДТП с рабочими в России. Спасатели обнаружили тело 17-го погибшего. В результате падения автобуса в Керченский пролив погибли 17 человек. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные спасателей. Сообщается, что спасены 24 человека, из них 8 госпитализированы. Ранее сообщалось, что в автобусе находились 35 человек. Позже в МЧС заявили о 38 людях. Поисковые работы на месте ЧП продолжаются. По факту происшествия возбудили 2 уголовных дела. По статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» ИСТ 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Уголовного кодекса РФ. Напомним, 25 августа в поселке Волна в Краснодарском крае сорвался с пирса и упал в Керченский пролив автобус с рабочими. По материалам сайта news.com.